Сегодня в меню будет турецкий салат, который называется кысыр. Для этого понадобится булгур, вот такого мелкого помола. Он предназначен для котлет. Будет делать салат дочь, Юна. Она же периодически будет комментировать. Но я так понимаю, что еще и Кемаль будет тут суфлировать. Итак, булгур пересыпаем в большой, а главное, красивый таз. Булгура 500 грамм, полкилограмма. Вообще можно это делать, замерять, когда на человека один, например, чайный стакан. Заливаем кипятком. А кипятка сколько примерно? Сейчас посмотрим. Вот примерно на... Вот так. Ну, потому что тут поваренок, и он нас отвлекает. А процесс у нас... Да, крышка, чтобы булгур запарился, распарился. Накрывай. Оп. Все, на сколько минут? Пока не разбухнет. Ну, сколько это? 20 минут? 5. 5? 5 минут. В это время, пока булгур набухает, займемся помидорами. Для этого нам понадобится сколько тут? 2 помидорины? Да? 2 помидора очищаем. От кожицы, да, обязательно. Нарезаем мелким кубиком. Помидор можно использовать, либо не использовать. Так, петрушка обязательно. Пучок петрушки. На растительном масле обжариваем одну хорошую крупную... Одну обжарила? Одну крупную луковицу. И к ней же добавляем одну большую с горкой столовую ложку томатной пасты. Как следует, вначале томатную пасту обжариваем, потому что, чтобы не было изжоги. Ну и все, перемешиваем с луком. Водичку подливала сюда? Нет. Нисколько, да? Только томатная паста и лук, да? Ну и все. Ждем, пока булгур придет в себя. Периодически его можно помешать. Вот видите, даже 2 минуты не прошло, а он уже... Да. Ну, 2 минуты не прошло, он уже это... Нужно нам... Примерно, да. Консистенции. Ну, он быстро распаривается, поэтому достаточно. Виталий огурчик. Да. Виталий огурчик. Русский турецкий. Приятного аппетита. Мальчишка. Для того, чтобы салат не был пресным, добавляем туда маринованные огурцы. Ну, это не каждый делает. Я думаю, что можно заменить и солеными. Вполне. А, ну, конечно, конечно. Да, просто некоторые... вот в Турции все маринованные. Да, некоторые кладут еще укроп. Но в кысыр. Это уже как-то, как сказать, придуманный рецепт. Не по-турецки. Да, ну, не классический, как бы так сказать. Приправу кладем обязательно кимьон. Вот этот на русском. Что да, это? Да, тмин. Да, обязательно. Ну, я очень люблю эту приправу. Кладу везде. Ага. Все, мелким кубиком, да? Да. Огурцы порезали, кысырчик помешали. Булгур. Прошло 7-10 минут. И теперь совмещаем булгур вот с этим вот луком, с томатной пастой. Перемешивать все это надо будет очень тщательно, чтобы все равномерно распределилось, окрасилось вся эта смесь вот в такой вот красно-розовый цвет. Ну вот так вот тщательно мы все перемешали. Для цвета еще немного паприки. Да, это то, что я слегка. Ага, кимьон. Кимьон, да. Мне кажется, можно и побольше я кимьон. Я его уже положила просто. А куда ты положила? Когда лук обжаривался? Да, все понятно. Ну, можно и тогда, можно и сейчас. По вкусу, то есть. Но лучше приправу класть, когда вот на сковородку, чтобы вкусовые качества приправы раскрылись лучше. Да. Здесь же добавляем соль, а перец черный. А перец я добавляла, когда жарила. Когда жарила, опять-таки, лук с томатной пастой, да? Ага. Добавляла. Ну, вот. Можно и солить, когда кипятком... Заваривать. Я люблю, когда он не сухой, а когда он помокрее. И вот тут вот эта вода, это и сок от помидор. Помидор и огурцы. И огурцы я еще вот, остался же этот рассол. Примерно 2 ложки я туда положила. Так что вот так вот рассол от помидоров не сливать. От огурцов. И от огурцов тоже, а все это когда... добро идет к булгуру. Мы все тщательно перемешиваем. Все, и в самом конце добавляем, конечно же,
Ого! Оливковое масло. Ну, раз нет оливкового, конечно, можно добавить и растительного. Нет, это было оливковое. Ну, да, но у нас оливковое. Все-таки блюдо турецкое. Да, щедро. Щедро. Вот. Ключевое слово. Можно сюда добавить лист салата, айсберга или любого другого салата. А можно этого не делать, и все. Ну что, попробуй. Давай, на соль, да? Угу. Блюдо готово? Да. Ну и все. Настояться буквально пару часиков, и все готово. Попробуйте. Это очень сытный, достойный, вкусный салат. К нему еще можно подать вот этот вот соус гранатовый. Угу. Тогда кто-нибудь полить. Турецкий гранатовый соус. Но да, кто любит более покислее. Угу. А, ну вообще еще турки в само приготовление выжимают 2 лимона. Но мы этого делать не будем. Блюдо готово. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием.